Доброе утро, дорогие друзья и зрители нашего YouTube-канала. Сегодня я хочу поделиться с вами прекрасным местом в городе Мерсине, где мы совершенно случайно оказались, путешествуя по окрестностям Мерсина. Находится это чудесное место всего лишь в 25 километрах от самого города, да, куда вы сможете добраться либо на машине, либо же на общественном транспорте. И если вам нужно будет подсказать, как добраться до этого места, вы всегда можете обратиться к нам по телефону, указанному на экране. Сегодня я не буду рассказывать вам о новых проектах, квартирах. Я просто хочу показать вам ту жизнь, которую мы видим здесь постоянно. И постоянно мы натыкаемся на какие-то прекрасные, восхитительные места. Сегодня мы заехали попить кофе в чудесный рыбный ресторан, который работает уже 31 год, и нас пустили, он еще пока не открыт, да, скажем так, он работает только в сезон, но нас угостили кофе, также здесь есть потрясающие пеликаны, которые просто сами по себе гуляют, их можно погладить, они показывают вам шоу, как нам сказал замечательный Изид Бей, который здесь директор, и он уже 31 год управляет данным рестораном. Помимо ресторана, здесь еще находятся потрясающие развалины старые, мы обязательно их посмотрим, и марина, по которой вы тоже можете прогуляться и посмотреть, увидеть все это своими глазами. Я всегда говорю о том, что Мерсин – это такой многогранный город, где нужно путешествовать. Путешествуйте, приезжайте сюда, берите автомобиль в прокат, либо же путешествуйте. Путешествуйте на общественном транспорте. Это все возможно и доступно для каждого из вас. Посмотрите, какая за мной открывается потрясающая панорама. Здесь песчаный пляж в летний период времени. Здесь ставятся лежаки, зонтики, здесь активно приезжают туристы, но в основном это туристы из Турции, да, скажем так, с севера Турции. За мной находится государственный парк, где можно пожарить шашлыки, вы платите только за вход, за уборку, что за вами все это убирают, сюда очень часто приезжают семьями с детьми и отдыхают целый день. Про ресторан еще хочу очень рассказать, потому что я прям влюбилась в это место. Здесь вы можете всей семьей покушать рыбу, креветки, кальмары. И все это свежее, то есть это все ловится здесь, привозится с утра, и вы обязательно можете покушать. И также рыбой покормить этих самых знаменитых пеликанов. Так вот, и скажу сразу же, забегая вперед по поводу стоимости. Стоимость в данном ресторане на человека составляет 140 лир. Это где-то примерно сейчас 800 рублей по данному курсу, поэтому это совсем недорого. Но вы здесь насладитесь такой большой кухней, то есть это не как в наших российских ресторанах, где мы привыкли, нам приносят только одну порцию. Здесь вам принесут и накроют большой, огромный стол на всю семью. Ну что, а мы сейчас немножечко насладимся этой красотой, которую увижу я и хочу, чтобы увидели вы. Вот те самые знаменитые пеликаны, с которыми вы можете здесь пообщаться, их даже можно погладить. Они, в принципе, безопасны, не кусаются, но я немножечко их боюсь, потому что они очень активные, они соскучились, видимо, по туристам и проявляют большой интерес. Смотрите, какая красота! Кормят их рыбой здесь свежей, которую моряки вылавливают по утрам. Ну что, мы познакомили вас с одним прекрасным местом, а нас ждет еще несколько таких прекрасных мест. Мы попили кофе, а вам хорошего дня, едем дальше! Мы сейчас оказались в чудесном таинственном месте, неподалеку как раз от того ресторана, про который я вам уже рассказала. То есть это находится где-то буквально в 3 минутах езды на автомобиле, чуть выше, ближе к дороге. И я постараюсь прикрепить к данному видео геолокацию данного места, чтобы вы могли сами приехать сюда и посмотреть. Это заброшенная то ли крепость, рассказывают много всего, и в интернете очень много информации о том, что здесь раньше было какое-то сельское поселение, где делали оливковое масло. Также упоминается о том, что это был замок какого-то правителя. И также здесь был обнаружен маяк, да, и сейчас здесь находится марина. То есть, когда обнаружили маяк, здесь построили красивую марину. Мы попозже о ней расскажем. А сейчас просто посмотрите, какая вокруг красота. Здесь очень-очень тихо и на самом деле даже жутковато. Когда я первый раз сюда приехала,
Мне немножко было страшно гулять здесь одной, потому что все такое на самом деле древнее, но очень красивое. Я могу сказать одно, что такое место где-нибудь в другом курортном городе Турции, оно бы, скорее всего, было уже огорожено, и за это бы брались какие-то деньги, да, чтобы вы могли на это посмотреть. Здесь, в Мерсине, у нас таких достопримечательностей очень много, и они все практически абсолютно бесплатные и доступны каждому. Вы всегда сами путешествуя, можете приехать, насладиться данной красотой, здесь сделать какие-то потрясающие фотографии для своего инстаграма, просто фотографии на память. Это потрясающе красивое место на берегу Средиземного моря, всего в 25 километрах от Мерсина. Дорогие друзья, мы были очень рады взять вас с собой в такое прекрасное приключение и показать вам кусочек нашей прекрасной Турции, а именно города Мерсин. Пожалуйста, путешествуйте по Турции, и вы всегда откроете для себя что-то новое, интересное и совсем другую Турцию. А чтобы не пропустить наше следующее познавательное видео, пожалуйста, нажмите на колокольчик, подпишитесь на наш YouTube-канал, ставьте свои лайки, пишите комментарии и пишите также нам по телефону, указанному на экране. С вами была компания Арбат Хомс, ее представитель Анастасия. Будьте счастливы, всего хорошего, пока-пока!